Всем доброе утро. Всем привет, скажи. Мы только проснулись. У нас Катюшка стала хорошо спать. Да, зэк. У нее, видимо, последний четвертый зуб все прорезался. Жевательный. То есть у нее вот эти вылезли, вот этот. И вот этот наконец-то прорезался. Вот 2 дня мы очень плохо спали. Да. Девчонки, сегодня было плохо ночью. Короче, пока нас вчера с мужем не было, бабушки купили ей блинчик Емел с грибами, знаете, в теремке. То есть мы там иногда покупаем блинчики, у нас тут, ну, то есть всегда хорошие, продаются свежие. И мы всегда покупаем Добрыню, ей нравится с мясом. А тут она вдруг захотела с грибами. Вообще грибы она у меня не ест никогда. По мне так это, ну, тяжелый продукт для детей. Так оно и вышло. Так оно и вышло. Дело в том, что у нее всю эту ночь вышло, грибы одни точнее, то есть все переварилось, а грибы нет. Вот, и бедная уже 4 раза бегала, плохо, короче, ей. Так что детям еще пока в таком возрасте грибы, видимо, нежелательно давать. Желудок не принял. Да, Катюшка? Да. Зато Катюша хорошо спала у нас сегодня. Так не хочется вставать с кровати. Хочется еще полежать, поспать. Потому что за ночь я, получается, просыпалась. Сейчас вам посчитаю, сколько раз. За Настей 3 раза. Хорошо, еще у меня сегодня мама с ней там в комнате лежит. Она вчера в гости приехала. Это она помогла, так скажем. Я 3 раза просыпалась за Настей. И... 2 раза меня будила Катя. 5 раз за ночь. Я уже забыла, что такое вообще, знаете, лечь вечером, там, ну, там, 12:00 и проснуться 10:00. Для меня это что-то невероятное. Вот. А еще мне постоянно будет будильник мужа на работу. Это меня вообще бесит. Он еще мне так тяжело просыпается. То есть, знаете, вот, он может 30 минут слушать будильник и не встать. И проспать еще на работу. До такой степени вот тяжело ему вставать. Очень-очень рано встает. Ну, как рано? 6:30 где-то. Ну да, рано. И этот будильник звонит. Я его уже, знаете, 1 раз пнула, 2 пнула, а он все спит. По-моему, будильник слышу только я, а не он. Напишите, кстати, как ваши мужья встают на работу. Легко или вы их будете? В общем, ужас. Девчонке плохо. Катюшечка. Ты не мешаешь, Настёне? Катюш, надо пожалеть Настёну, а не прыгать по ней. Коля, плохо мне. Плохо, да. Даю смекту Настёнке. Катюш, ты чего тут лежишь? Типа, айпад смотришь? Настёна, она айпад не смотрит, да, походу. Ну, Настёна, без настроения. Поэтому не буду тебя снимать, да? Скажи, мне сегодня плохо, не надо меня снимать, да? Скажи, сегодня я даже не улыбаюсь, да? Ну, ладненько, будем лечиться. Кто тут такой идет у нас? Это она мне помогает. Застряла. Катя! Подметай, вон, смотри, пыль какая. Подметай. Катюш, подметай. Молодец, какая умничка. Все, выключай, все. Да, давай, подержу, выключай, давай. Молодец, умничка. И ставь на место, пойдем.
пойдем ставить на место. И хочешь еще дальше? Ну ладно, давай дальше подлетать. Девочки, продолжаю влог детский. Дело в том, что мы Кате очень давно хотим купить самокат, потому что она очень его любит. Она у всех на площадке просто видит самокат, сразу бежит. На нем катается. У нас есть самокат у Настенки, но он, во-первых, ей большой, а во-вторых, они... Все, начался тот период, когда они дерутся за игрушки. И Катюша отбирает, видит, что Настена едет на самокате, и она начинает у нее отбирать. Стела тут несколько дней выбирала на сайтах самокаты, и, честно сказать, у меня первое вот критерие, по которой я выбирала его, это, конечно же, чтобы спереди было два колеса, потому что такие, как я поняла, намного удобнее. У Настёны получается одно колесо спереди, два сзади, то есть это, ну, такой, знаете, не очень хороший самокат. И еще мне очень хотелось, чтобы ручка регулировалась, чтобы и Настёнка, в принципе, могла на нем кататься, и чтобы Кате можно было регулировать, вот она будет расти, да, и, так скажем, чтобы руль обязательно регулировался. Я решила выбрать вот такую вот фирму, не знаю, как она читается. Вот, вроде как отзывы неплохие на этот самокат. Я подумала, ладно, возьму. Покупки я, как всегда, совершаю через Litu Shops. Кэшбэки у нас есть такие. Я уже говорила об этом сервисе несколько раз в своих видео, и многие девочки потом мне писали: «Марин, спасибо, что ты нам открыла этот сервис». Действительно, девочки, здесь возвращаются деньги. Вот, допустим, на данный момент, видите, у меня вот аккаунт, у меня тут 1100 рублей почти. Вот, я их пока не вывожу, коплю денежки. Очень часто мы делаем с мужем заказы и на Алиэкспрессе, то есть часть покупок возвращают обратно. Я уже где-то месяца два назад 1500 сняла, то есть, представляете, 1500 мне вернулись просто. Вот раньше я все время заказывала, и я даже не могла подумать, что есть такой сервис. Вот, сервис называется вот так вот. Покажу, как же работает этот сервис. Видите, когда я, кстати, захожу в интернет-магазин, мне сверху, я скачала приложение, и тут сверху у меня высвечивается, что в этом интернет-магазине можно вернуть 6,6% от стоимости покупки. И видите, да, написано «Активировать кэшбэк». Так что я нажимаю, конечно же, «Активировать кэшбэк». Сейчас я сделаю заказ, и 6,6% мне вернутся обратно. Вот я не знаю, когда выйдет это видео. Может быть, я дождусь, пока мне привезут самокат. Может быть, нет. Посмотрим. Вот новая. Смотрите, колыбелька такая. Ой, какая красота. Да, Катюша? А-а-а. Да, куколка? Скажи, а-а-а. Да? Покачай куколку, покачай. Вот, молодец, скажи, куколка бай-бай, да? И свинка Пеппа туда же она сейчас пойдет. Кстати, на детском канале у меня есть отдельный обзор на кукольный домик. Для тех, кто пропустил, для тех, кому интересно. Смотрите, какой у нас кукольный домик. Я вот ставлю Кате стулья, потому что она до третьего этажа не достает уже. Вот, так что заходите, смотрите. Мы еще будем потихонечку докупать какую-то мебель, посуду. Много... Мебели не бывает, да? Вот. Да. Да, качаешь куколку. Ой, да? Девчонки, приехали мы от мамы. Этот влог я снимаю уже целую неделю, наверное. Ну, в общем, так получилось, что мы либо ротавирус подхватили, либо... Ну, походу, я не знаю. В общем, короче, сейчас Катюшке моей плохо, она... И рвет ее очень сильно, прям так, со вчерашнего дня, вот уже сутки ее рвет. Сначала Настя у меня мучилась, где-то около недели. Ну, не то, что там, блин, целыми днями, раз в день ее вот так вот рвало, Настенку. Потом два дня вроде все хорошо было, потом опять плохо. В общем, какая-то фигня вообще. Я не знаю, что это такое. Смекты, линексы, все это, конечно, хорошо, но... Короче, какая-то инфекция, и мне вчера было очень плохо тоже. Я думала, обязательно буду общаться с белым другом, но вроде как пронесло меня. А вот Катюшке со вчерашнего дня, и сегодня ее прям тоже фонтаном. Ой, кошмар, короче, какой-то.
экстренно мы приехали домой, муж взял выходной сегодня, чтобы мне помогать с Катюшкой сидеть. Да, да, мы шлятки, мы ждем. Вот она проснулась, ждем мы курьера. Я заказала Катюшке самокатик. Химокат? Да, это карточка Ревгош мамина. Вот. А сейчас оплачу. Куда-то я карточку уже делаю. И не потерять. А, вот она. Блин, все время, знаете, какая-то проблема. У меня, короче, карточка получается маэстро. Кто знает, что это такое? Некоторые терминалы у некоторых, у курьеров не проходит оплата маэстро. Короче, надо мне визу делать нормальную. Это уже, это, знаете, видимо, устарело. Вот такая вот, покажу вам карточку. Такая вот, видите. И по ней даже не во всех магазинах принимают. Короче, прошлый век какой-то, походу. Так что, да, сейчас я вам покажу самокат, который мы купили. Я вам уже в этом влоге показывала. Я заказывала через Litu Shops, через этот сервис, там, где возвращают деньги. Да, привезли нам посылку. Давай, мама, откроет ножничками, опасно. Вот такая вот коробка. Да? Сейчас, Катюшечка. Распаковываем, вот. Катюшечка. Слушайте, он так легко собрался. Ну-ка, покажи. Ух ты, какой классный. Нравится тебе? Нравится? Да? Давай. У нас жарко сегодня, плюс 26. Видите, у него еще получается регулируется ручка. Можно повыше сделать, когда она подрастет. Ты куда убежала? Будешь кататься в коридоре? Ну, пойдем. Пойдем, покажешь, как ты катаешься. Ой, довольная. Нравится? Ну все, будем кататься. Там были и подешевле самокаты, но я решила взять подороже, но это покачественнее. Она недавно проснулась, сонная еще. Так что да, отравились мы, либо инфекцию какую-то подхватили, либо что, не знаю, очень надеюсь, что... Очень-очень надеюсь, скоро это все пройдет. У меня крутая! Катюшечка, какие очки у тебя? А где сами стеклышки? Нету стеклышек? Покажи. О! Ну вообще... Кушать хочешь, Катюш? Нет, скажи, хочу играть. Ой. Деловая колбаса. Будешь строить лего опять? Катюш, соска-то... Соска такая смешная. Кувыркайся. Давай, покажи, как ты кувыркаешься. Давай. Давай, вставай и кувыркайся. Вставай. Давай, Катюня. Давай. Кувырок. Раз, два, три. Давай еще раз. Раз, два. Сальто. Раз.